Всем привет, я Вика, и ты смотришь шоу «Академия порядочных парней». Сплошное удовольствие, когда любимый исполнитель выпускает новый трек, а двойное удовольствие, когда два любимых исполнителя соединяются в тандем и делают совместный хит. Поэтому сегодня мы будем получать двойное удовольствие от подборки самых лучших фитов. Кстати, не забудь поддержать видео лайком и жми колокольчик под видео. Говорят, если нажать лайк и колокольчик, то тебя ждет колоссальный успех. Давай это проверим. Поехали! Открывает наш список участники лейбла Booking Machine Оксимирон и Маркус со своим хитом «Фата Моргана». Полтора года Мирон не выпускал треки, и наконец-то с прошлого лета он начал радовать своих слушателей. Дорогостоящий клип, который может досмотреть не каждый из-за сцены Окси и врача. Но вот трек хочется полностью послушать, а затем поставить его на репит. Стоит похвалить Маркула из-за отличного исполнения припева, которым въедается в твой мозг сразу же. Я знаю, что несчастье в мамках вполне, ведь нам и горизонта хватит вполне. Весь мир у твоих ног, но временно завтра все вернет назад. Где балом правят деньги, деньги пусть так, но только малым не унести на костях. Весь мир у твоих ног, но временно завтра все вернет назад. Альбом «Мия Геншпиля Хаджи Мы 2» был выпущен осенью 2016 года, и трек «I Got Love» числился как бонус. В 2017 году вышел клип, и даже на сегодняшний день этот трек является актуальным. Клип набрал уже более 120 миллионов просмотров, а для СНГ это огромнейшие цифры. Ребята создали настоящий шедевр, если судить по текстовой и музыкальной составляющей. Тут все сделано на высочайшем уровне, а от припева идут мурашки по коже. I got you in my mind, I gotta love my skill, my la 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 la, I gotta love I feel, I got you in my mind. Ставь лайк под этим видео, если ждешь альбом от Мияги Эндшпиля. Давайте теперь отойдем от отечественного хип-хопа и переместимся на запад. И начнем мы с популярного хита Эминема и Рианы. Ставь лайк, если помнишь, как еще в школьные времена слушал данную композицию. Исполнители раскрывают тему о насильственных отношениях, когда ты любишь человека, но вы характером не подходите никак. Частые недопонимания, ссоры, сплошной негатив. Такое в жизни у многих часто случается. Может, у тебя такое было, и ты понимаешь, каково это ужасное чувство, которое Риана с Маршалом отлично передали. Just go. Gonna stand there and watch me burn. But that's alright, because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. But that's alright, because I love the way it hurts. There's nothing to explain. Black beetle cream seats in the Regal, rocking John Lennon lenses, like to see him spread. Иногда в жизни бывает так, чтобы получить успех и популярность, нужно оказаться в нужное время в нужном месте. Так и случилось с группой Race Remor, которые заявили о себе после выхода трека Black Beatles, в котором они рассказывают вместе с легендарным Gucci Mane, что они Beatles, только темнокожие. Бенгер выстрелил благодаря манекен челленджу, когда на вечеринке все замирают, а один человек ходит по комнатам и снимает их на камеру. Он начался в средней школе в Джексонвилле, штата Флорида, в 2016 году, а затем практически порвал интернет, когда знаменитости начали загружать свои собственные видеоролики с этим челленджем, и благодаря этому они были долгое время в чарте Billboard на первом месте. Лиузи, как и Рейс Реморд, хайпанули благодаря челленджу. Удивительное время было в 2016 году, когда чарты разрывались не только из-за крутости песни, а из-за челленджа с мемами. Хочется еще добавить, что это редкий случай, когда Мигос не использовали автотюн. Историческая фигня. Hey, we did the most, yeah. Pull up and goes, yeah, my diamonds are choker, holding up, I with no holster, read the ruler, diamond cooler, this a roller, not a mule, dabbing on them like the usual, damn, magic with the brick do voodoo.
он будто пенис на брезинке. Мои крутые яйца рвутся в драку и ширинки. Я наношу удары в ринге. Возвращаемся мы к русскому рэпу. И следующие наши герои являются легендарными рэп-исполнителями 2000-х. Стим, который отличался от остальных рэперов своей подачей, рифмами и звучанием. А Серега всегда был искренним в своих песнях. Вспомните еще раз свои школьные годы, когда с каждого коридора играл этот хит. И действительно, трек оставил огромный след в развитии нашего хип-хопа раз и навсегда. Я все думал, что ты верил все эти годы. Концерты, лейблы, группы, сборники, альбомы. Я и есть все это, все остальное бред. Я и есть рэп, парень, я и есть рэп. Я все думал, что ты верил все эти годы. Концерты, лейблы, группы, сборники, альбомы. Я и есть все это, все остальное бред. Понесло по классике, но раз мы включили список Стима и Серегу, то должны вспомнить, пожалуй, самый легендарный фит за все время, а именно Баста и Гуф «Моя игра». Этот трек дал огромный скачок популярности обоим исполнителям. У каждого любителя хип-хопа этот трек был в плеере или на кассете. Баста правильно сказал в начале трека: правильная рэпщина по-любому будет качать. И эта песня до сих пор качает. Моя игра, моя игра, она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, моя игра. Здесь правила одни и цель одна. Моя игра, моя игра, она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, моя игра, здесь правила одни и цель одна. Я бы трубку курил, если был моряком. Мой парус обдуваю тысячи ветров. Честно говоря, мы уже сбились со счета, в какой тысячный раз наш список завоевывает LJ и Федук со своим бенгером «Розовое вино». Очень много уже мы о нем вам рассказывали, поэтому еще раз предлагаем послушать главный хит на данный момент. Здесь так красиво, я перестаю дышать. Звуки на минимум, чтобы не мешать. Эти облака, фиолетовая вода, магия цветов со льдом в наших стаканах. Одна из популярнейших рок-групп России B2 записали фит с Оксимироном, и по праву можно считать данный коллаб успешным. Очень атмосферная работа с невероятно качественными куплетами как от культового объединения, так и от Окси. Неизвестно, станет ли данная композиция новым переворотом в мире российской музыки. Однако то, что подобный фит является грандиозным и знаковым событием, очевидно уже сейчас. Или что делать, если победа сердца над разумом, и все надоело среди туземцев быть пасынком. Позади райну расовый камикадзе, мы впереди мир камер газовых, армии Власова, казни массовых. Но все же тянет назад, стой, покрякивает. Входим в родное антипространство. И может так интересней, что мы больше не вместе. И хуёвые. Неожиданная коллаборация одних из самых известных русскоязычных рэперов, которая произошла в прошлом году. Ведь такого никто не ожидал. У Гуфа и Тимати были разные дороги к успеху. И сам Леша Долматов говорил, что никогда не запишется с Тимати. И это еще одно подтверждение тому, что никогда не говори никогда. Несмотря на то, что сам трек для многих показался очень спорным и неоднозначным, судя по статистике лайков и дизлайков, несомненно, эта совместка войдет в историю. Но через шторм Всевышний мне путь верный указал. Все начинается с простых рифм в голове. И уже завтра каждый город знает о тебе. Все твое имя кричат. Те, кто не верил, молчат. Что ж, на этом все. Напиши в комментарии, какой фит из подборки тебе понравился больше всего. А также, если вы упустили какую-то крутую песню, напиши ей в комментарии, и мы обязательно сделаем на нее обзор. И не забывай подписываться на наш канал и на нас в социальных сетях. На Инстаграм, на Телеграм, ну и на всякий случай в связи с последними событиями на группу ВКонтакте. А если есть пожелания по поводу нашего контента, то можешь написать мне под последним постом в Инстаграме, пока его еще не заблокировали. Пользуйся случаем. С вами была Вика. Пока. Like I got a love I feel.